Кирилл Машков, главный тренер команды МПГУ. Кирилл Юрьевич, расскажите, как сегодня прошла игра? Ну, во-первых, хотелось бы сказать спасибо нашему руководству университета за то, что мы вообще приехали здесь, участвуем уже в третий раз в НСФЛ. Большое спасибо нашему ректору Алексею Владимировичу Лубкову, нашему проректору, который нас курирует, нам во всем помогает, Ивану Харлампевичу Шонусу. Вот, это во-первых. Во-вторых, игра прошла, я считаю, с нашим преимуществом. К сожалению, не смогли реализовать свои, не сказать, что многочисленные моменты, но моменты были хорошие. Пустые ворота один разочек у нас игрок не забил. Ну и также были хорошие подходы, которые, когда надо было, конечно, забивать. Но, к сожалению, не удалось это сделать. Возможно, это связано с тем, что после мини-футбола у нас вся команда сейчас играет уже, провела 15 игр в чемпионате Москвы, да, как бы тяжело перестраиваться, чуть другой мячик, другой отскок, другое поле. В Москве сейчас снег, здесь солнышко, да, как бы чуть-чуть не повезло где-то. Но, надеюсь, дальше будет лучше. Команда хорошо готова, я считаю, поэтому, думаю, все будет хорошо у нашей команды в этом турнире. Я думаю, дальше две победы должны быть за нами. Как оцените физическое состояние команды? Физическое состояние команды отличное. К сожалению, у нас там основной игрок Воронцов Глеб травмирован, да, но, возможно, он еще будет в строю, мы надеемся, на следующие игры. А так ребята бились до конца, я не увидел, что кто-то просел где-то в физическом плане. До конца пытались, атаковали. На последних минутах было 2-3 хороших момента, где должны были забивать, конечно. А как завтра будете играть с ББПУ? Хорошо знакомая команда уже. Да, команда хорошо знакомая, я вижу, они идут на первом месте. Наверное, они еще сильнее стали, будет очень тяжело. Здесь все команды хорошие, и из ПБПУ не исключение. Но я думаю все равно, то, что будем настраиваться только на победу. У нас задача в этом сезоне побеждать в каждом матче, стараться не смотреть на турнирное положение, не смотреть на соперников, играть от себя и как бы стараться побеждать, забивать. Но не всегда это удается, к сожалению, как в этом матче. Но мы верим в лучшее, что все будет хорошо. И вообще мы очень рады, что вот у меня солнышко в лицо светит. Очень приятно. Приятно, что вот мы на крымской земле, гостеприимный, отличный отель, отличные условия. Мы довольны уже только этим, что мы здесь. Спасибо.